Простите. Простите. Наверное, я ошиблась с туалетом. На двери нет указателя, а теперь дверь не открывается. Мне очень жаль, простите. Мы останемся здесь до конца своих дней. Что нам делать с этим ребенком? Можешь приходить, когда захочешь. Но тебе нужно позаботиться о себе. Дай его мне. Он останется со мной. Пусти, пусти! Вы мне звонили насчет ребенка. Мой сын у вас? Почему ты мне не веришь? Вам нельзя здесь оставаться. Он должен вернуться домой. И ты тоже. Ты сознательно пытаешься убить нашего сына!